Работать активнее помогут технологии. Больше 1000 челябинцев пройдут курсы повышения компьютерной грамотности. Горожан предпенсионного возраста учат пользоваться интернетом и редактировать тексты. Обучение проходит в рамках регионального проекта «Старшее поколение». Андрей Михайлюк продолжит. Чтобы нам удалить ненужный символ, мы ставим курсор с правой стороны от неправильного символа, удаляем его с помощью клавиши Backspace. Как нажимать Backspace и что сделать, если все повисло? Теперь знает Лилия Хабирова, учитель биологии и химии, в душе исследователь. Сейчас сотрудник службы охраны, в обязанностях надзор за территорией и подсчет автотранспорта. Все заезжающие грузовые машины Лилия тщательно записывала в журнал. Теперь будет читать, кликая мышкой. Клавиатуру изучили. Сам, из чего состоит компьютер, это были первые занятия. Сейчас уже печатаем тексты, работаем с документами Microsoft. Внуки, вообще удивительно сейчас, внуки такие, что 2 года, он совершенно понимает они все. Мы даже у них спрашиваем, что они знают, где какие кнопки, удивляют нас, да, помогают. Уверенными пользователями в этом центре намерены стать 24 чебаркульца. Люди предпенсионного возраста переобучаются в рамках проекта «Старшее поколение». В основном мы работаем с текстовыми редакторами. Будем также смотреть табличные редакторы, создание презентации, работа в интернете, то есть госуслуги. Трудных учеников нет, уверены в центре. И учат основам компьютерной грамотности налоговых консультантов, токарей, кладовщиков. За 2 месяца предстоит освоить офисные программы и разбираться в новых словах, как гуглить и кликать. Люди начинают уверенно пользоваться учебными продуктами, повышают свои компетенции, получают дальнейшие перспективы профессиональной составляющей, работая на этом предприятии. Исписанная трудовая книжка – гарантия качества, считают работодатели. За плечами Владимира Свистунова больше 40 лет опыта работы и руководящие посты. Недавно ему предложили должность инженера-технолога. Мне понравилось, что здесь все же дисциплина, кстати. И рабочие это понимают, вот, ну и руководство очень требовательное. За этот год по проекту «Старшее поколение» обучение пройдут больше 1000 горожан предпенсионного возраста. Андрей Михайлюк, Надежда Головина, ОТВ.